Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим Доси Кот ВДФ, лютые приколы в играх, ВДФ, да, 257, павук. Павук. Да, лайкосик, подписочек, колокольчик будет, кстати, поехали. Ссылочка, кстати, на оригинал в описании. Подожди, а... Качество нормально, а ему так удобно? Цыганы выкрали коня. Что это, какой разворот был? Какие дела, народ? Сейчас я вам покажу самое странное, что я видел за последний месяц. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы... Мишка! Машина улетела. Нет, не улетела, все в порядке. Я не понимаю, что происходит. Столько дичи на квадратный метр я давно не встречал. Мужики, ну сколько вас учить? Нужно перед собой дорогу болтом проверять на аномалии. Вам нужен опытный сталкер, и у меня есть один на примете. Подводка? Нет. Кстати, если вы прямо сейчас прилепите лайк на это видео и подпишитесь на канал, то я буду чуточку счастливее. Ну, так, для информации. Короче, в этом году должна выйти вторая часть Паука. И я, конечно, жду, но, пацаны, вы Моралеса допилили лучше. Не, серьезно, такими темпами от второй части я жду примерно такого геймплея. А вот откуда павук. Оно круговое? Оно круговое? Это очень страшно. Помните, я вам... Я думала, у него просто, извини, пожалуйста, что перебила, я думала, у него просто как бы много голов, оно как бы по кругу. Говорил, что вот это самое странное видео. Забудьте. Вот оно. Я не знаю, что это за плотвозавр, но это явно работа для ведьмака. Нет, 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 серьезно. Извините, а что тут, собственно, за консилиум? Вы тут собрались на какую-то конференцию? Кстати, вдруг кто искал инструкцию, как правильно слезать с коня, то... Консилиум, конференция, коня, нет. Да что ж такое-то, храни нас... Не благодарите. Я вот только не нашел, где у коня закись азота включается, не подскажете? Жопа братан, горит. У тебя, кажись, с выхлопной системой проблемы. Походу, конь все еще не может смириться с актрисой на роль Элли в Last of Us. Что такое? Кто это? На самом деле, понимаю, чувак, сам такой же после красного дошика. Горит жопа, бля! А говорят же, что противоположности притягиваются. Так вот, мне кажется, этому коню нужен такой всадник. Это он... Что за... Если... Кто забыл, что такое лошади в РДР, то я вам напомню. Короче, пацаны, теперь мы все в крутом замесе. Я не о разборках GTA или Рофлов Дарсоус. Я об абсолютно новой игре, про которую знают, ну, практически все. Это Atomic Heart, знакомьтесь. Уникальный фантастический экшен в сеттинге Советского Союза, но с опасными роботами, зубы дробить. Что мне реклама попадается, вот у чувака она была у ВДФ. Супер крутая перчатка, которая в роботов и результат реально жар. Знаете, что с бубном? Носит шляпу Мальки по ссылке в описании и получайте удовольствие в Atomic Heart. Как носит шляпу мальчик и как носит шляпу мужчина. Я сначала подумала, что да, взывал где-то. Кстати, насчет Вита. Рубрика «Самые нелепые автоугонщики в истории». Художественный фильм. Нашему столу веку.
Не, Вита, ну ты реально мафиоз. Тачку не угнал, зато статью получил. За что его копы хотят задержать? Всем постам, подозреваемый пытается взломать молекулу кислорода. Эх, Вита, стареешь, теряешь хватку. Раньше получить тачку для тебя не составляло вообще никакого труда. А, класс. Все нормально. Я знала, что будет какая-нибудь шутка с тем, что она буквально сама пришла. Я знала. Ой. Ваш водитель прыгнул. Уроки пикапа. Чтобы склеить мадам, вам нужно сделать максимально уверенное и брутальное лицо. Смотрите. Они такой прям, тепловочкой такое прям. Она как будто напугана. Дружище, во-первых... Ценник такой, это его жена, и он просто увидел ценники на... Шляпу. А в остальном у тебя все замечательно. Взгляд самца, нос как самса, а губы это вообще мое почтение. Абсолютно. Можешь смело подкатывать, только не настолько смело, пожалуйста. Chicken. So good. Это ж насколько важной персоной была эта курица, что ее вот так нейтрализовали. Она, походу, у них руководит противовоздушной обороной города. Ее чайки сбивают все летательные аппараты в окрестностях. Пацаны, вы уверены, что нужны... Я, кстати, не уверена, что эта чайка закричала. Я думаю, что это чел в него врезали, только... Такие усилия, чтобы вальнуть курицу. Обычно это не самая сложная задача. Нет. Я думала, вообще, она хотя бы в костер забежит. Вообще, это ты такой посмотрел мотивационное видео, зарядился на успех и готов покорять свои цели. Просто здравствуй, просто как... Нужно более конкретно ставить цели, а то вселенная может тебя не понять. Лики маны лет в ней, блед, твоим мольбам. Я хочу машину. Выбирать желание нужно очень осторожно, Паркер. В общем, обожаю средневековые битвы, это всегда заканчивается какой-то дичью. Когда ты настолько хреновый солдат, что тебя назначили на должность снаряда в катапульту. И промазали! Рубрика «Внезапные танцы». Чего? Ну, что сказать, чего? Пацаны, победила дружба. Чего? Да. Кого-то вы мне напоминаете. Слушайте, если муравей может поднять вес в 50 раз больше себя, то получается в мире насекомых летающие муравьи — это грузовая авиация. Хеликоптер! Спел. Какой, на ваш взгляд, самый лучший шутер? КС? Батла? Call of Duty? Нет, лучший шутер это... Майнкрафт! Кто? Скелет? Вот это поворот! Если вы не поняли, сейчас да, был 360 ноускоп от скелета в Майнкрафте. Skin the color of pop. Clothes smelling like trees, dig them up. Так меня давно не унижали, а унижали в шутерах меня довольно-таки часто. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Это да? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые... Дорогой дневник... Кэш. Всё, эпопея дорогого... там... Нет, ничего. Мне показалось, прилетело что-то сюда, нет. Дорогой дневник, мне не подобрать...
Самым страшным преступлением в GTA счит... Мне где-то флешбэк лол на коня, который там в начале был много... Пытается да, стать колов. Свидетелем того, как косячат копы. Они просто хотят себе новую машину, наверное. Твою. Народ, если вы хотите видеть моменты из моих путешествий и больше личного блога, то подписывайтесь на мою телегу, я там появляюсь почаще, чем здесь. Ну и спасибо вам за просмотр, надеюсь, мне удалось поднять вам настроение. Всем пока. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. ВДФ, огромное спасибо за видос. Огромнейший просто тябун из... Я не знаю, может быть, какая-то скомпоновка была, чтобы кони меньше мест занимали. Знаете, жадный фермер такой, блин, что-то я не хочу себе покупать какие-то гектары. Не хочу себе покупать гектары, там, километры гектаров. А, вот, надо как-нибудь придумать, вот мне как-нибудь, чтобы, ну вот, там метр на метр буквально. Сколько лошадей? Ну, штук 50, наверное. Ну вот мне надо вот, ну как-нибудь экономичное место, чтобы было, вот. Чел, который отвечает это, ни слова больше. Да, просто, я до сих пор под впечатлением от этой штуки. Я еще думала, что он кинет гранату, и оно просто, ну, умрет. А нет, оно просто... Ладно, еще разочек, спасибо огромное за просмотр. Напомню, что ссылочка на оригинал будет в описании. Вот, в комментариях напишите, какой вам понравился больше, прям больше всего, и все. Пока-пока-пока. Ссылочка, кстати, на оригинал в описании. Где еще много чего интересного, обычно я говорю, но теперь не сказала, потому что мне не хватило воздуха, еще и волосню всосало. Ай, меня хотят убить, я поняла. Поехали. Я потом это вырежу. Нет, не я. Ты потом это вырежешь. Будущая Лена, я на тебя рассчитываю.